Сегодня погода нам явно благоволит. И даже открылось вертолетное движение. Мы на Большом каньоне. И можем увидеть вдаль. Сказать, что масштаб поражает, не сказать ничего. Вот что может случиться, если вовремя не закрыть кран с водой. Вот видна тропа движения по каньону вниз. Вот в том домике мы вчера были, около него. И вот пошла тропа спуска на дно каньона. Тут скидывается порядка 1,5 километров. И мероприятие занимает несколько дней. Первый день спускаются, ночуют внизу. Вот даже здесь еще не видно, куда уходит тропа, но там внизу где-то. И второй день поднимается наверх. В один день практически невозможно пройти. Обратите внимание, как оно прихотливо сгибается и уходит на дно. Вон там индейский сад, конец маршрута. А, да, индейский сад там где-то есть, да. А вот идут мулы. Они туда вниз для путешественников ведут провиант там. Грузовые. Грузовые, да. Это единственное возможное, как туда проехать. Дорог других нет. Только на мулах ездить. Да. Завершение маршрута. Индийский сад, вот он. И видно его, вот он внизу. Деревья напротив вот этого характерного изгиба. Здесь он виден, этот характерный изгиб. Вернее, вот он, да. Здесь сад. Вот он виден, этот индейский сад. Повторюсь, сегодня природа нам благоволит. И наконец-то осветился каньон. Мне немножко подсел голос. Здесь очень суровая была вчера погода. Туман, холодно. Немножко подсадил голос. Но это не меняет настроение восторга от того, что я вижу вокруг. Обратите внимание, это Гранд Каньон. Величайшая, одна из величайших памятников природы на Земле. Дорога очень живописная, интересная сама по себе. Тут аромат можжевеловых, можжевеловый аромат. Солнце прогревает можжевельник, и он совершенно восхитительно пахнет. А вчерашних всяких непогодах напоминают остатки снега на деревяшках. На стволах лежащих деревьев. О, и поезд где-то был слышен. 4460 миллионов лет назад здесь протекала река. Ну, на этом уровне имеется в виду. А потом прорыл вот этот каньон. Интересно, растения, смотрите, какие стали появляться тут. Кроме можжевельника еще появляться... Слегка горшочные какие-то растения. По-моему, это юбка. Вот это юбка, да? Юбка. И даже кактусики где-то мы тут видели. И слышно гудение поезда. Ну вот, еще вид. Еще одна точка. Еще один вид на каньон. Реки не видно, она где-то вот там внизу. Но сейчас будет место, мы выйдем на точку, где река видна. Напомню, это Колорадо. История примерно такова. Земля из-за того, что одна платформа зашла за другую, а здесь именно произошло это. Платформы, сдвигаясь, одна зашла по другую. Поверхность практически наклонилась в другую сторону, и река потекла в другую сторону. И протекая в другую сторону, размыла вот эти породы. Даже здесь видно, что
разные геологические эпохи. Вот видно по наслоениям. Здесь и осадочный период, осадочные породы, и магматические породы. Разные плотности породы вымывались по-разному и создали вот такой прихотливый пейзаж. Ну, как у нас любят говорить, неземной пейзаж. Ну, люди же всегда ищут какие-то секретности и ништяки такие, среди какие-то секретные цивилизации. Удивляются этому. А на самом деле чудо природе. Вот эта природа создала такое чудо. А что такое природа, до конца никто так и не знает. Да? Потому что мы же не знаем все-таки, как все это произошло. Мы только догадываемся, наша фантазия. Протаскиваем через свои представления о мире. Строим вот такие ограды. И не думаем о том, что процессы шли тысячи миллиардов лет, миллионов лет. А наша жизнь и цивилизация – это одно мгновение. В этом огромном потоке времени. Ну, это я так уже философствую немножечко. Такое нарядное место. Обратите внимание, красота какая. Наш гид Ирина очень интересно построила путешествие. Мы изначально увидели пустыню, потом небольшие каньоны. И наконец-то, ну еще не завершается наше путешествие, но тем не менее оно на пике находится. Мы приехали вот на это место глобальной эрозии. То есть как бы мы увидели исходное состояние Земли и вот такое некое внутреннее состояние ее просмотрели. Очень интересно. Здесь было уютно индейцам, вот на этом пятачке наверняка жило какое-то племя. Снизу враг не подберется. Сверху все можно контролировать. Не жизнь, а каньону, маньяну. Вот мы на месте, где видна река. Вот река Колорадо, она сейчас красного цвета, взвесь. Сезон дождей, смывается красный грунт. Но тем не менее, вот она река. Ширина реки не изменилась за десятки тысяч миллионов лет. Она так же осталась такая, как она есть. Но вот то, что мы видим перед собой, это результат ее протекания. Вода в ней в большом количестве взвеси. И она вот как абразивным потоком продирала материалы. Фотографии видно, вот он кондор, вот это место, то, что я снимал, но, увы, кондора мы там не увидели. Попробую еще раз. На каждом месте какой-то свой новый вид. Очень, конечно, живописно. Смотрите, да, вот вроде бы и похожее, и в то же время все время что-то другое. Здесь же, как говорил, какой-то автобус, Гранд Каньон. Можно машину оставлять на стоянке и путешествовать на автобусе. Он газовый, не портит воздух. Выхлопом имеется в виду. Вот, и поэтому по таким местам на самом деле очень даже здорово ездить вот на таком автобусе. Но мы сегодня едем дальше. У нас сегодня переезд, поэтому мы на машине, конечно же, здесь совершаем свое путешествие, осматриваем Гранд Каньон. Это, безусловно, была изюминка на торте наших каньонных путешествий. Гранд Каньон. Впереди еще много у нас интересного, но вот, скажем так, по большому счету от каньонов мы уезжаем. Мы возвращаемся, завершая круг, как бы. Завтра нас ждет Лас-Вегас, выставка. Послезавтра. Завтра? Завтра нас ждет Лас-Вегас. Послезавтра два дня выставки, и потом мы уже поедем в сторону океана.
завершаем вот мы свое путешествие еще раз у Большого каньона. И говорим о том, что это было очень интересно и, как говорится, незабываемо. Незабываемо. Будет у вас возможность, обязательно посетите это волшебное место. Обязательно. По возможности, конечно. Ну а наш путь продолжается дальше. Мы едем в городок Седона. Город, скажем так, достаточно аутентичный, да-да-да, он интересен с точки зрения вообще как города на западе Америки, а мы на западе, на диком западе, вот, и мы там проведем сегодняшний вечер и завтрашнюю часть дня, так что все еще только начинается, продолжаем наше путешествие. Не, ну мы не могли уехать без подарка, обратите внимание, это олень, настоящий олень. Щиплет травку у дороги. Тот, с кем мы не хотели столкнуться. А посмотреть на него с огромным удовольствием. А тут целое семейство. В общем, их оказалось тут целое стадо, вон там еще они ходят. Вот такие животные. Вот я показывал знаки на дороге, не просто так. Надо быть очень осторожным, потому что они перебегают дороги, и когда есть знак, нужно быть крайне-крайне осторожным. А вот этот знак то, что пересекается с велосипедной дорогой. Основная дорога. Поэтому тоже надо быть очень внимательным. Любовать. Одним стадом у нас обошло другое. Вот они здесь. Уже перешли дорогу, видимо, и пасутся с этой стороны. Одно из самых ярких впечатлений от Америки на сегодняшний день, это, конечно, национальные парки. То, что высокая доступность этих мест. И то, что здесь определенный такой психологический микроклимат, и животные совершенно спокойно с нами контачат. И нас не боятся. Раз уж мы остановились посмотреть на животных, еще раз бросим взгляд на каньон. И вот река Колорадо внизу видно протекает. И видно, что здесь он более зеленый. Скоро здесь весна, все расцветет. Будет красиво. А Колорадо, он бурлит под пороги.